Итак, продолжаем киносъемку. Итак, у нас уже освещение получше. Итак, я немножко это самое отдохнул. Как, ну, 5 минут. Итак, и всего у нас... Уже три? Три мандарина, да. Три мандарина. Мандарины. Апельсины покупать. Ой, один вылетел. Ладно, потом поднимем. Погоди, не. Тихо. Вау. Снимай. Есть, ладно. Улетел. Поднимай. Оп. Давай сюда. Оп. Эй. Еще. Пожонглируем. Ладно. Что получается, у меня что-то жонглирует с этими мандаринчиками. В общем, хорошо, что они в шкуре. Их не надо. Ой. Ладно. В общем, к делу, сразу к делу. Чистим сразу три штуки. И поедаем их. В общем. Так. Значит, что, начинаем. Мне бы кто-нибудь помог бы почистить бы. Ну ладно, я сам. Оп. Да, безрукая обезьяна. Безрукая это обезьяна. Ридари то, Паш. Я... Итак, мы один почистили. Вот, один почистили. Чистим второй. Когда в кочу соберу, то, блядь, будет бардак там. Какой бардак? Там дома меня, блядь. Вот как и меня, и там... Блядь. На порядок навести. Да. Вадимка. Да. Фото по ноги, по-моему. Да. Ой, хорошо. Лежится на диванчике. Блять, шампанское! Да, пиздец, это вообще это. Да. Эдгар, что тебя шампанское в голову ударило, а? Эдгар. Не надо туда, Эдгар! Не надо туда! Я тебе говорю, что не надо туда! Не надо туда ехать. Ой! Итак. Там белые поправлю. У меня уже две. О, ты вообще. Итак, у нас. О, две есть. И вот и третья пришла. Фу, сейчас поедание. Сейчас мы сядем нормально. Тренинг сколько секс писал? Сколько оператор? Почти. А почти не часто. Теперь жонглировать не будем ими. Надеюсь, свет у нас. Да, хорошо. Харе? Вот тебе можешь на лицо, на личико мое. Давай. Опа! Ага. Прямо вкусно шли. Да. О! Рекорд мира. Книга рекордов Гиннесса. Чемпионат мира по поеданию мандаринов. О, сейчас только на лицо. Но. Это у меня будет. Всего три, да? Классно. Да еще идите дальше. Сахарку не надо? Да еще быстрее ехать. Еще? Ты справишься? Как организм? А сколько всего? Не помнишь? Так, 3, 2, где-то штук 7. Я не знаю. Перебора не будет? В общем, последних 3 хоре сегодня. Я надеюсь, это хоре. Может, хватит? Ну, в общем... Не, слушай, я не остановлюсь, а? Русские не сдаются. Как еще прийти? Ну, 10 штук, это нормально. Не будет много? Когда прийти, чёрт? На личико. Так. Личико, фейс!
Так. Опа, у нас кто-то уже мусор снес. Да, было больше, так что. Слушай, а куда мусор утёкся? А кто-то вынес. Ладно, мусора нет у нас. Ну как у нас работают работники, а вы говорите. У нас как в Японии. Вау. Ой, уже темно. Конечно. А свет закрывает. Она больше. О, уже немножко мне. Немножко. Ну, прошло, да? На-н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 а
У меня слюни цепляют. Да, вот, наверное, кто смотрит сейчас, точно слюни потекут. Я вам это точно, надеюсь, перед едой посоветую поесть, посмотреть. У кого точно... Для аппетита. Для аппетита, кто не ест, в общем. Это, в общем, лечебная гимнастика. Да, кто, точно, никто не хочешь есть, посмотри на меня, захочешь. Ну, я три, я точно не смогу, это в рот точно не влезет, но... Ну, как получится. Я уже тот раз, я... Взяли, что ли? Я не понял. А что это было сейчас? А, мусор унес. Ты не успел? Ты как что, вынесли? Я на тебя смотрел, да? А нету мусора. Ууу, кирдык. Будешь? Найтишка. Найтишка. Нет, разбит. А, моя голова вообще.